Дорогие друзья, приходите на хоккей, а мы постараемся тряхнуть стариной. Насколько вы поддерживаете отношения с теми, с кем будете играть в этом матче? Ну, кого вижу, ну, я имею в виду, там, допустим, Максим, там, Сушинский, да, Дмитрий Затонский. Нас, ну, как мы видимся, а с Дмитрием Рябыкиным у нас достаточно теплые дружеские отношения, мы перезваниваемся, общаемся, ну, практически каждый месяц, это точно. Как считаете, сколько вам понадобится времени, чтобы вспомнить наигранные связи? Да, это сложный вопрос. Просто, ну, многие, кто-то еще играет, кто-то, наверное, будет в хорошей форме. А, допустим, мне мало приходится двигаться, поэтому я больше так, ну, немножко катаюсь. Но этого, я думаю, будет не совсем достаточно. Ну, постараемся как-то так поскрипеть. Скажите, какой для вас, ну, может быть, это такой вопрос, который требует размышления некоторого, но какой все-таки для вас наиболее яркий эпизод вот, совместного выступления за «Авангард»? Да, в «Авангарде» прошли очень хорошие годы, да, это замечательное время. Я просто вспоминаю эту команду, это коллектив, это такой сплоченный коллектив, это атмосфера, это зрители, это очень с теплотой в сердце, да, в душе. И откунуться опять в эту атмосферу будет интересно? Да, конечно, будет интересно. Я рад и спасибо большое за приглашение. С удовольствием прилечу.